Всем привет, с вами Прио, и сегодня немножко поговорим о Battle for Azeroth, о нашем любимом патче 8.3, в котором была введена порча. Да, система порчи мы знакомы давно, и это довольно-таки классная механика, которая по старту показалась довольно-таки рандомной, но в тот момент, когда ввели Матриарх, и в тот момент, когда у нее можно было покупать абсолютно все корабты, эта система стала, скажем так, более лояльна по отношению к игроку. Само собой, все эти корабты меняются каждые 3,5 дня. То есть в субботу в 10 часов по московскому времени, вечернее время имеется в виду, и в среду в 10 часов по Москве, в тот момент, когда мы открываем недельные сундучки и радуемся эпическому луту. Меняются абсолютно все корабты, и кто-то думает то, что все эти корабты вообще рандомно появляются, кто-то думает то, что они там как-то повторяются между собой. У них просто есть определенный цикл. С целью того, чтобы это отслеживать, можно, как вариант, зайти на WoWhead и можно глянуть, какие корабли в текущий момент продаются. Например, на текущий момент у нас продается увеличение универсальности от всех источников на 12%. Круто, круто. Да, но мы смотрим так только на текущий цикл, то есть на текущие там 3,5 дня. Это мало. Хочу предложить вам интересный сайт под названием corruptionvendor.com. Да, окей, есть различные аддоны, которые есть в самой игре, есть различные другие сайты, но лично мне тут нравится интересный поиск. То есть, например, если мы хотим чекнуть третьего ранга различные коррапты, мы просто в фильтр, в поиск пишем циферку 3, и нам показаны абсолютно все коррапты третьего ранга, которые только будут в продаже в ближайшее время. То есть с 19 числа до 22 получается третья верса, с 22 до 26 у нас что тут будет? Самоисцеление на 8%, avoidance, ну такие все корабты, конечно, не на damage. То есть можно глянуть абсолютно все, и можно глянуть, получается, на хорошее такое ближайшее время. К тому же можно и колесиком все это дело откручивать. Намного приятнее, намного быстрее, намного эстетичнее все это дело выглядит. Так что как-то так. Ссылочку на сайт я закину в описание. Тут даже есть до декабря, но мы прекрасно знаем, что в декабре мы уже будем патрулировать земли темные, Shadowlands, как говорится. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и о совместных рейдах. Пользуйтесь полезными ресурсами. До скорого!